Всем привет! И добро пожаловать на новое видео. Давно у меня роликов не выходило, потому что у меня была учеба, я вот еще учусь, кто не знал. Сегодня мы поиграем в черепашки, ниндзя-легенды. Меня никто не просил, я просто такой, интересная игра, можно ее заснять. Так. Что, в турнир пойдем? Или тут два набивать? Ну-го. Да, бьем, так сказать. Наконец-таки я могу отдохнуть. У меня есть время на то, чтобы записать видео. Кстати, у меня скоро 19 подписчиков. А на 19 подписчиков, может быть, я сделал рум-тур? Как вам такая идея? Мне кажется, прикольная. Сделать рум-тур? Или какой-нибудь классный видос записать? Например, ПБС. У меня уже другой телефон, у меня другой аккаунт, мой основной. Если что, у меня, возможно, вдруг вылетит игра. У меня такое бывало очень часто. То, что у меня просто-напросто вылетала игра и... Всё, Элита 2. Отлично. Ой-ой-ой, тут уже по 5. Так, хотите смотреть моих персонажей? Бакстер, Муха, Стиранка, Нейтрализатор, Крис, Лео, Саблезуб, Макмы, Красивый Тролль, Мадагека, Донни. Паукус, Карайка, Мутагеноид, Змей Квьюн, Ксевер. Бакстер, Кирби, Пиццелицы, Джастин, Пульверизатор, Пит, и все. Блин, сюжетку я сейчас не могу проходить, потому что понятно, какой уровень, а у меня понятно. Можно здесь на сложном проходить, но тут 30. Понятно, какие уровни. Могу попробуем начинать проходить. Господи, зачем мне пиццелиться на... Let's go. Я доходил до 3 главы только. До 3 волны, потому что я там просто умирал. Блин, это очень плохо. Очень плохо. Надо укреплять. Хилить. У меня 2 хилки. Хилить и... Давай. Вьетнам. Я не знаю, почему я поставил этого Криса. Но он делает бонус к атаке. Мне кажется, это имбово. Ой, я его ненавижу. Он у меня на другом телефоне есть. Я его просто ненавижу. Это Хан, это просто... Отлетай, дядя. Блин, у меня команда очень плохая сейчас. О, все, захилю. Блин, я... Вчера вроде только прошел 4 главу. Или воскресенье, я уже не помню. Окей. Ролик, наверное, минут 11 будет. Просто мне, можно сказать, сейчас как бы сказать, больше 15 минут почему-то нельзя. Я только сам не понял, почему. Но это странно. Вот у меня есть друг. Не точно Никит, а этот
Ролевая банка. Кстати, подписывайтесь. Реально имбовый. Скоро 50 подписчиков. Вот, короче, и у него ролики по минут 30 где-то. Хоть я пытался сделать ролик на 15 минут, у меня просто выдавалось. Типа ограничению по времени съемки. Я спокойно просто не мог снимать. Блин, я хочу выиграть. Блин, вот пиццелицу он вообще. Найс. Да ну. Сейчас под хил делаем. Под хил. Обязательно. Да ну, на 2 звезды. Блин, ну хотя бы на сколько-то. Есть. Блин, я на видео... Я без видео не мог сделать. Тут получилось. Плюс 16, это же имба просто. Все, отлично, прогресс есть. Пожалуй, туда идти. Для начала не буду. Стоп, почему у него... Господи. О, какого он? Погоди. Где этот... И не могу тигриного когтя просто найти. Что? А, вот он. Блин, нельзя же посмотреть. О! Погоди-ка. Надо серию испытаний пройти. 20. Окей. Берем моих самых сильных пока что на данный момент. Это 29 уровень, самый максимальный. Блин, я хочу уже 30-й левел. Моего друга со школки уже вроде бы 37-й левел. Это слишком много, мне кажется. Да ну, наконец-то я могу записывать нормальные длинные видео. А то у меня просто-напросто как... Иногда не получается из-за того, что у меня просто нехватка места. Ого, ты меня захилил. Ладно, сейчас все равно обстрел будем делать. Нет, минус 2. И все целенькие остались, конечно. Ну, мне кажется, ролик будет на минут 11. Потому что я слишком уж долго ролик делать не хочу. Мне интересно, мне кажется, будет, что я просто в одну игру рублю. А, время сейчас еще 6 вечера. 23:30. Мне кажется, это хорошая команда. Я этой командой победил этого на... босса 4-й главы. Я именно этой колодой. Только у меня на Бакстере тогда еще. Мне Бакстер муху, он меня был на 2 звездах из-за 4-й главы, но из-за того, что я ее прошел, мне дали 3-ю. Прикольно. Блин, жаль, что не могут дать 4-й, там 5-ю сразу. Надо ДНК находить. Это геноид лучше. Жесткий. Блин, а у меня же так полная команда была. Блин, печально. Все. Он умер. Блин, мне еще синкроль был в колоде. До 26 уровня я его просто убрал. Но он реально таким слабаком был. Сейчас использую его просто в качестве, ну, на этих, ну, как его там, на турнире я его использую. Когда откаты кончаются, я на этом использую. Блин, пацаны, подпишитесь, пожалуйста. О, я уже почти 10 минут снимаю.
хоть я и выполнил два задания, но это не значит, что... Ебой! Я почти, я, можно сказать, на половине, почти на половине. Дальше. Так. Выбираем. Ну, встань, выбираем. 29-й, 28-й, либо... Блин, ну тут тяжело. Вот так. Мне кажется, без разницы. Блин, а все это гг. Здесь этот грибочек. Блин, я помню песню. Как весело, все выстроились, прямо веселые грибочки. Я знаю эту песню. Минус таракан. Остался Кирби, но он... Ой. Как он по 900 ему так? Что за дамаг? Что за дамаг? Только что... Не, господи. Что это за дамаг у него только что? Что мимо? Тот самый левый под... 507. Ой, тут змея. Ой, тут все мужики. Тут все наши собрались. Так. Ой, он же трех. А, ты там. Го, его. Пока. Побьем. Поднизили ему защиту. Блин, нет. Нет. Ну. О, блин, Рахзар, мне кажется. Блин, у меня на втором телефоне Рахзар есть. Прикольный перс. Так, господи. Когда уже качаться будет? 4 хода ведь прошло, мне кажется. Ну, пока так. Так 4 хода прошло. Да и пофиг. Вот что со... Всё, наконец-то. Мне хотя бы убить одного надо. Но ты не... Есть. Наш Рахзар пойдет. Давай, добей! Давай, нейтрализатор! Есть! Блин, карайка, она еще бесячая такая. По два удара делает. Блин, я ж мог бонус... А, нет, нормально. У него крит стоит. Он критануть может. Блин, я хотел бонус к атаке сейчас выдать. На лови... Х, а е...